Каждый год 31 мая отмечается Всемирный день без табака. Его цель – привлечь внимание общественности к негативным последствиям курения. По данным статистики, в нашей стране курящие составляют 50% взрослых и 40% подростков. Каждый день более 1000 человек в России умирает от болезней, связанных с курением. В год эта пагубная привычка уносит 5 миллионов жизней. Мы решили узнать, как относятся к курению славянцы. Вот что из этого получилось. Курение – это очень вредно. Это сам себе своими руками копает могилу. Я желала бы всем бросить курить. Я хочу пожелать здоровья всем. А так, это выбор каждого человека, курить или нет. Вот ребенок у меня даже мультфильмы не смотрит, где, допустим, ну погоди, и волк с сигаретой, она говорит, я не буду смотреть. Ну, вы знаете, курение, конечно, это вред, однозначно, это плохо. А так, конечно, это личное дело каждого. Плохо, что подростки очень рано начинают курить. Это очень плохо, конечно. Я курила, бросила. Вот. Поэтому говорю осознанно, бросить можно, бросайте, не курите. Вот. Даже без всяких этих пластырей, даже без всяких этих пшикалок. Прекрасно можно бросить курить. Надо просто перейти, ведь это даже не столько в крови, как говорят, я сама медик, как сила привычки. Просто что-то хочется в трудную минуту держать в руке и как-то решать это. Ничего не решается этой сигаретой, ничего не прибавляется. Так что бросайте курить,